Получить. Прекрасно. Начинаю ролить. Аркана на Джиггернауту получил. Теперь можно зарулить. Раз. На шейкера прикольная штука, но у меня есть вроде бы. Да и не важно. Так. Еще раз. У. На это надо копить. Так, скипнул момент с тем, как я перековываю. Нету смысла никакого. Так, наставил самое сладенькое тут. И мне повезло на кучу конфет. Ну, то есть, я их всех разобрал. И мне почти с каждой выпал, типа, нужная конфета. Теперь нужно только гелеонский грильяж обменять. И забираем. Опа. Трофеи. Зачем это надо? Дайте левелов. Прошу. Ну и чё? Когда оно будет засчитывать? А, сразу засчитало. Годзилла 25 левелов стоили того, потому что, во-первых, тут изначально 6. То есть из 16 конфет мы собираем сразу 6. И не хочу пока забирать награды, покажу. И то есть неполученные сокровищницы. Можно опять открыть. То есть мне не хватает буквально в двух сокровищницах по одному. О! Ничего себе! Нормально! Это мне? Спасибо! В двух сокровищницах не хватает буквально по одной. Поэтому оп. Ну, еще одну открою. Чисто для прикола. Все. Ненужные сеты. Так, и еще одна сокровищница, которая есть ненужный сет. Опа! О, та-да! Дошел! На лакичах? В чем? Это того стоило, потому что я заработал больше конфет, чем потратил с этих левелов. Ну ладно, дальше буду. Замены. Раз замена. Ничего нужного. Два. Это не нужно? Зачем? На две конфеты меньше, чем 25 левелов. Чем 25 левелов. Useless. Еще раз. Ничего полезного. Курьерчик. Maybe прикольный, но он супер дешевый. Комонки, рарки всякие. Зачем это надо? Я бы вот эти сундучки забирал. Потому что в них есть типа эксклюзивные сеты на Dirtide. Но... Я, в принципе, оттуда все выбил, что надо. Только поджа не выбил. Еще useless. Мега useless. Но хоть что-то дайте, пожалуйста. Опять ничего. Что это вообще за сет? Что это такое? 4 рубля максимум. То есть. Еще. Вардик этот неинтересный. Вообще неинтересный. Типа, он редкий, но он неинтересный для меня. Мега убийство. Батч. Профион Bound Majesty. И последние 5 реролов. Раз. Два. Три. Четыре. Пять лолов. Изус. И ласт. ГГ. Мега убийство. Ну, вот и все.